Город Барда с населением выше 150 тысяч и находящийся в 50 километрах от зоны Карабахского конфликта был подвергнут массовому ракетному обстрелу во время Второй Карабахской войны в октябре-ноябре 2020 года. Эта местность называется «Круг пожарки». Сюда 28 октября были пущены две баллистические ракеты «Эльбрус», в результате которых 20 человек погибло и выше 100 человек получили ранения различной степени. Всей этой войны, все эти убитые были мирными жителями города Барде. Это был очередной акт терроризма армянской государственности на суверенной территории Азербайджанской республики и против азербайджанского мирного населения. Турал Агалы, мир на Кавказе, Барда, Азербайджан.